15 человек от 2-го воспитательного отряда приняли участие в данном мероприятии и 15 кадетов от первой школы. Потом мы более месяца тренировались к нему, выбрали две песни. Одна «Пухневальский набат», вторая «Мы поле с конем». У нас обязательное условие, чтобы песни были о войне, о подвигах солдат. То есть это обязательное условие. И еще песни, связанные, конечно же, с победой.